Ну что, ребята, вот у нас первая жертва. Не прижившийся огурчик. Это у нас Герольд. Не знаю, что с ним случилось, но показывай. Корни умерли. Смотрите. Все остальные. Вот еще один Герольд. Прекрасно себя чувствует. Здесь даже усики уже пошли. Надо скоро подвязывать. Видите, все отлично. Сделали им. Конденсат образуется. Вот видите, такой потолок. Из укровного материала. Сейчас все равно солнца пока нету, все на лампах. И купим, наверное, еще не такие светильники, а профессиональные, которые большие тепличники. НАТ или ДНАС. ДНАС, НАТ. Сейчас ищем в интернете. И на такую теплицу одной лампы здесь 6 квадратов хватит, вполне достаточно. Вот такая красота. И один минус у нас вылетел. Дальше смотрите. Все у нас в огурчиках. И вот эти вот все завязи надо сейчас все оборвать. Не сегодня, думаю, завтра пусть завяжется, потому что у всех вот они. Видите? Это надо все обрывать. Он взялся. Это, видите, у всех. Все обрывать надо. Ладно, не сегодня. Отлично. Идем дальше. Скоро еще надо будет таких готовить. И посадим их еще на 2 огурца у меня. Думаю, огурцы скоро будут у нас. Следите дальше за нами. Еще у нас стоит такая система. Вентилятор и пушка тепловая. Пушка и сам вентилятор, конечно, слабенький. И вот сзади вместе с ним датчики. Стоит сначала вентилятор, потом пушка, которая сейчас вот раздувает воздух вообще нормально по всей теплице, и получается конвекция воздуха лучше, то есть оборот воздуха. Вот надо еще на второй такой же купить недорогой вентилятор и на второй поставить, и тогда будет быстрее прогрев и будет, как говорится, вот видите, выключился, и меньше будет электричества есть, чтобы не застаивался воздух ни в одном, ни в одной точке, а была циркуляция, потому что замкнутое пространство, сами понимаете, сейчас здесь герметично все, только потери идут по стенам, да, и по потолку, и все. Нужно такой же второй вентилятор еще сделать, будет все тогда супер.